Мы на месте. Мы приветствуем Аю, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. Она доверит. Даю команду начать 3. Сканер сканирует пространство над головой Аи, под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аи, находит все. Но чистая. Отлично. Вот когда человек работает над собой, вот результат. Поздравляем, Ая, все правильно делаете. Давай заправим Аю энергиями, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частота вибрации. 370, 25. На 4 макушку головы Аи начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 370% каждый. 1, 2, 3, потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Ая? У нас? Великолепно. Помните? Отлично. Хорошо. Сейчас мы поднимем вашу дочь и проведем ее чистку. Ивера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Дарта выходит из биоробота, становится рядом. У нее под ногами красная сетка, крупная, как батут, она на ней прыгает. Хорошо. Защищаем мой физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дарта в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дарта поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Дарта. Она идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистки ребенка. Дает. Хорошо. Итак, у нее находится сетка в ногах, да? Под ногами сетка. Хорошо. Сканер, отключи эту сетку вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Выведи из биополя Дарты. Как это выходит? Сетка отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду, значит, 3. Сканер сканирует пространство над головой Дарта, под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дарта, находит все. У нее бес вышел к сетке. Неупокойная душа есть у нее. Неупокойная душа. И красный дракон. И красный дракон. Ты рад, красный дракон, нашей встрече? Он совершенно спокойный. У него контракт, переходящий из жизни в жизнь. Ну, это сейчас будет расторгнуто, а потом ты находишься уже во власти Дарты. Дарта сама заключила контракт по собственному желанию. Разберемся и проверим, как это все было. И посмотрим даже весь фильм. Начинаем работать. Итак, у нас красный дракон, неупокойная душа и бес с сеткой. Давай начнем с неупокойной души. Неупокойная душа, представься. Как тебе обращаться? Игрик. Наверное, Игорь, он маленький, 3 года. Понятно. Ребенок, ты давно закончил свое земное существование? В каком возрасте? Он знает об этом? Он на ром похож, крутящийся, светящийся. Не понял. Как ромб. Такой ромб, который крутится. Хорошо, снимаются маски и голограммы. Фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Он смеется. Ему 3 месяца, а не 3 года. 3 месяца. В таком состоянии, что он переворачивается и... Понятно. Ну, то есть... еще не может ничего. Хорошо. Хорошо. Ребенок ушел, ребенку надо отправлять. Ты хочешь уйти, Игорь? Он во сне ушел, и он счастлив. Он хочет куда-то переместиться дальше. Хорошо, мы сейчас все сделаем. Хорошо. Открывается портал, светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И этот ребенок уходит в этот портал, его куратор встречает. Все, кто его знает на той стороне, встречают его. Куратор встретил? Ну, вот этот ромб, это его душа, да, он туда переместился и стал как взрослый. Отлично.
встречают его, да. Желаем ему всего наилучшего в новой жизни. Закрывая, печатаю, растари. Он, скорее всего, к нам пришел. Хорошо. Итак, начинаем работать. Даю команду тонкой копии Дарты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо, обращаюсь к бесу. Вера, какая у него герцовка? Посмотри, пожалуйста. У него 6. Бес, что ты делаешь в этом биополе? А он бес или черт? На 6 он еще бес. Нет. Ты уже бес? Только-только перешел. Хорошо. Как давно ты находишься в этом биополе, бес? 4 месяца. А что это за сетка батут? Объясни. Встает она физически, много энергии выделяет. Когда прыгает, вот это все, да? До пота, да. Угу. Как долго эта сетка находится в биополе вместе с тобой? 4 месяца и находится в нем больше вибраций. 4 месяца. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дарта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. И усилию потоки в 50 раз. Ну, и от этой сетки как спокойствие возвращается. Она неспокойное дело. Ты где к ней подцепился, бес? В квартире или это было на улице? Подъезд. Подъезде. Хорошо. Оказывает подъезд. Хорошо. Квартира просто уже почищена, и ты туда не сможешь зайти больше. Готово. Перед тем, как мы пойдем дальше вытаскивать это все, нам нужно будет расторгнуть контракт. Давай, Верочка, поставим сначала еще монитор к нам в клетку, чтобы мы знали, о чем идет речь. И переходим по закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Дарта должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Мама за нее принимает решение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю слухи, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Решением, контрактом и договором. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но не один контракт с драконом, он такой многослойный. Из жизни в жизнь, как он сказал. Хорошо, давай посмотрим на картинку, как это все происходило. Пошел фильм. Момент заключения контракта. Это 806 год. 806 год. Слова идут викинги, но она не викинг, она кузнец, делающий меч для них. Какое-то слово идет непонятно. Уль. Ульбрен. Ульбрен. Меч так назывались. Они были сделаны из определенного металла. Углерода много в нем было и мало примесей. Этот металл мог гнуться, был легким. Где его взять, знал дракон. И так был заключен контракт. В той жизни, в 806 году, дракон показывал это месторождение этого металла, где можно было его взять для изготовления этих мечей. Я подвожу это все под общий, под общий знаменатель в 806 году. Ты знаешь, сколько лет прошло с этого момента, дракон? Ты что, на все жизни заключил с ней контракт? Да, мы заключили обоюдный контракт. Эти мечи делались с определенной сверхъестественной силой и знаниями на тот момент. С годами знания терялись, но в каждой жизни я приносил ей какой-то особенный проект. Хорошо, покажи мне проект из ее последней жизни. Я хочу знать, о чем идет речь. Я на месте. Хорошо. Итак, возвращаемся к нашему разговору. Дракон, ты сейчас пытался воздействовать на нашу связь? Нет, он просто нервничает. Дракон, если я начну нервничать, то тебе пепел останется. Я тебе уже об этом говорил. Ты сейчас мешаешь мне уже работать. Это уже не шутки. Итак, Вера, ставим монитор, смотрим последнюю жизнь Дарты. Что дракон дал ей в той жизни? Дарт должна захотеть показать свою последнюю жизнь. Хорошо, обращаясь к Дарт. Дарта, ты хочешь посмотреть свою последнюю жизнь? Мама отвечает. Ну, мама хочет, Дарта не совсем понимает, что происходит. Мама хочет, мама несет за нее ответственность до 16 лет. Значит, мама дает свое согласие. Итак, пошла картинка на мониторе. Это 1921 год, что ли. Она из
Испытатель самолетов. Первых самолетов, хорошо. Что он ей дал? А дал он ей смелость подниматься в высоту, желание лететь к звездам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. Пусть тонкая копия повторяет за мной. Мама повторяет. Внутренней власти моего суверенного я и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Но энергия есть, она возвращается. Конечно. Причем возвращается она по всем слоям, из всех слоев контракта. Готово. Отлично. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с фантомами контрактов и старыми контрактами отработанными уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ну что, дракон? Более 1000 лет. Ты питался, на этом закончилась твоя история. Печально тебе? Он показывает, что когда она повзрослеет, они знают друг друга. И он будет ей предлагать опять свои услуги. Если Дарта, повзрослев, обратится к нам, я тебя вытащу в третий раз. Это будет твой последний раз. А Дарта, я надеюсь, вырастет умным ребенком для того, чтобы не заключать контракты с драконами. Причем прося не знаю у кого. В этом возрасте она пока этого еще не понимает. И это хорошо. Но такая ситуация. Я не знаю, стоит ли тебя проверить. Межгалактическая полиция, может, за тобой какой-то еще хвост тянется. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста, этого красного дракона. За ним ничего больше не тянется. Мы аннулировали все контракты более 1000 лет. Мы ничего не можем делать, когда душа выявляет свою волю на контракт. Понятно. Хорошо. Благодарю тебя за разъяснение. Хорошо, красный дракон, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Красный дракон уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, возвращаем сейчас Дарту назад в ее систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Дарта в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Хорошо. А я мы вернули вашу дочку назад. И сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И мы будем приглашать ее в эту комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Аи. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Аи. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Доброго присутствия всем. Обращайтесь ко мне, Кив. Кив. Да. Приветствуем вас, уважаемые. Кив, вы куратор или учитель? Куратор. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили чистку Аи и сегодня проводили ее проверку. Она чистая, она работает над собой. У Аи остались 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Кив, ответить на эти вопросы? Да, буду. Именно для этого я здесь. Благодарю вас. Первый вопрос. Откуда моя душа? С Арктура. Ты арктурианка. Арктур. Мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень вам рады. Благодарю. Второй вопрос. Какова моя структура, чтобы я могла визуализировать ее и зарядить себя при необходимости? Скорее всего, она имела в виду энергию. Ты можешь представлять энергию Арктура в виде молнии именно такого цвета твоей энергии. Белый, светящийся свет, соединяющийся с Арктуром, телепатический.
Структура находится в тебе, внутри, душой, проходя через все энергетические центры, сияя этим светом на планете Земля. Вы закончили? Да. Я благодарю вас. Третий вопрос. Какие энергии я несу на Земле? Как они работают? На Земле все работает через чувства и эмоции. Именно эти энергии ты распространяешь словами, движениями, мыслями, чувствами, реакциями, выплескивая наружу энергию. Энергия Арктура окружена энергетическими центрами и другими космическими энергиями, необходимыми для тонких тел и биоробота. Расширяя свое сознание, воспитывая свою душу и созидая, энергия Арктура наращивается, так как растет душа и ее сознание и знание. Энергии Арктура начинают распространяться за пределы физического тела, соответственно, наращиваются тонкие тела. Именно так работают энергии распространения на Земле. То, что ты производишь, то ты и отдаешь. Поэтому нужно созидать и отдавать доброту, понимание, терпение, любовь и мир. На этом основано пребывание душ на Земле. Но так как Земля наполнена разными чувствами, происходит разный выброс энергии. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Какова главная задача моей души здесь, на Земле? Развитие, осознание, знание, контроль эмоций, анализ эмоций и выбор эмоций, устранение негативных эмоций. Соответственно, развитие души. Душа переходит на уровень вибрации, где негативные эмоции не достигают ее пребывания. Я закончил. Я благодарю вас. Пятый вопрос. Как мне более осознанно развивать свою душу, свое сознание и визуализацию, чтобы я вспомнила и почувствовала, кто я есть? Как выглядит дом моей души? Как я уже сказала выше, поднимать свои эмоции до позитивных, уничтожая негативные вибрации, подтягивая свою душу к высшим вибрациям, где низкие вибрации, пониженные, не ощущаются, потому что не совпадают со струнами твоей души и уровнем твоего развития. Как связываться с домом твоей души, я уже сказал. Представляй молнии, которые телепатически связывают тебя с Арктуром. В первую очередь узнай всю информацию, которая дана на Земле об Арктуре. Это даст тебе более понятную визуализацию и представление. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый куратор Киф. Следующий вопрос, шестой. Каковы самые большие препятствия для моего развития, над которыми я должна работать? Маленькие блоки, на которые ты уделяешь много времени и внимания. Эти маленькие блоки вибрируют на низких частотах. Твоя задача – перешагнуть эти вибрации и подняться выше их, не обращая внимания. Если ты до сих пор обращаешь внимание на эти маленькие раздражители, значит, ты еще находишься на этих низких вибрациях. Стоит задуматься о своей чистоте вибрации и понять, что это такое. Как она выглядит, как она вибрирует. У каждого человека вибрации выглядят по-разному. Вибрации — это волны, которые усиливают действие энергии, расширяя ее и поднимая на более высокий уровень. Как радиоволна. Если ты находишься на одной, ты не можешь пересекаться с другой. Но есть волны, с которыми ты можешь пересекаться. Это волны, близкие к твоим вибрациям. Поэтому, если есть какие-то раздражители
и маленькие блоки, на которые ты еще обращаешь внимание, значит, это и есть знак, что тебе нужно переходить на более высокие вибрации. Я закончил. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Каковы мои сильные стороны и уникальность, над которыми я могу работать и развивать, чтобы улучшить свой жизненный путь на Земле? Интуиция – это сильная сторона. В дальнейшем это телепатия. Но чтобы телепатия случилась, нужно глубоко понимать свое и я, и свои энергии, ощущать их, развивать, расширять, понимать суть этих энергий и, как я уже сказал, вибраций, чувствуя покалывание, мурашки или же конкретный свет, излучаемый некоторыми энергетическими центрами, в том числе ладонями. Чтобы дойти до этого, я уже сказал, что нужно сделать. В твоем случае нужно начинать с интуиции, проверяя себя, видя знаки, доверяя себе и работая с этими знаниями, которые ты видишь в знаках. Я закончил. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Мне кажется, вы уже ответили на него в шестом вопросе. Почему меня реально заводят, напрягают дребезжащие звуки со стороны? Например, хрустание яблока, орехов или когда кошка гремит тарелкой. Как мне лучше работать над собой? Это и есть твои маленькие блоки. Если ты до сих пор не замечаешь их, значит, где-то в чем-то ты находишься на маленьких вибрациях. Когда ты слышишь эти звуки, тебе нужно успокоиться и подумать, откуда идет негатив, с какой точки физического тела, что болит и как оно туда попало. Потом выдавить этот негатив, проработать его. Проработав это, ты перестанешь спускаться на эти низкие вибрации. Просто потому, что твои вибрации будут выше и не совпадать с низкими, раздражающими, цепляющими тебя вибрациями. Только проработав это, ты уйдешь оттуда с низкой частоты. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Киф. Девятый вопрос к вам. Как мне лучше всего связаться с тобой, мой друг, чтобы я понимала, воспринимала твои знаки и информацию так, чтобы я могла ясно понимать? Чтобы ясно понимать, должно быть ясное сознание. Ясное сознание приходит с практикой. Пока же ты интуитивно видишь мои знаки. Дребезжащие предметы возвращают тебя к непроработанным блокам. Как я уже сказал, только проработав их, твои вибрации поднимутся, а ясность сознания прояснится. Также есть много других маленьких знаков вокруг тебя в виде чисел, в виде слов, совпадений и радости, которую ты ощущаешь в тот момент в сердце. Это и есть мои ответы. Сердцем ты чувствуешь и точно знаешь, без сомнений, что это именно так. Научись слышать себя и чувствовать ответы на твои вопросы и сомнения. Радость в душе — это будет моим ответом. Там, где есть сомнения, значит, нет ясности. Сознание, соответственно, это не мой ответ. Благодарю. Благодарю я вас. И остался последний, десятый вопрос. Какой еще совет мог бы мне помочь, о чем я не подумала спросить, и помогло бы мне развиваться на следующий уровень? Спасибо, мой друг. Я уже сказал, что развиваться на следующий уровень нужно проработать блоки, держащие тебя на этом уровне. Только после этого ты отпустишь низкие вибрации и сможешь подняться выше своей интуиции и радости в сердце. Стержень Арктура активирован, и ты можешь визуализировать эти энергии внутри себя, наполняться ими и представлять свой прекрасный внутренний стержень Арктура. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемый куратор Киф. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс.
В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит. Мы всегда делаем один определенный подарок. На Арктуре эту традицию уже знают. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение куратора Кива, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его визит и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Необычный подарок. Да, я с удовольствием заберу эту мыслеформу с собой. Благодарим вас. Передавайте на этом месте от нас с Верой привет Арктуру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды на их пути и открыть эту дверь, в которую они дальше уже пойдут сами. Благодарю вас за это предложение. Очень интересный союз. Благодарим вас. Мы с удовольствием работаем с Арктуром и со всеми другими цивилизациями. Будем рады видеть вас, если мы сможем чем-то кому-то помочь. Уважаемый куратор Кив, мы не прощаемся традиционно, мы говорим до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе мы еще с вами встретимся. Желаем вам всего наилучшего и до скорых встреч, как я и сказал. Приятно оставаться на Земле. Благодарим вас за эти пожелания. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Ая, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Какие интересные ответы. Метафорические. Да, над ними надо думать. У вас еще будет время. Я буду думать. Отлично. Хорошо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации мы возвращаем тонкую копию Аи в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,